28 августа в Башкортостане пройдет горячая линия для первоклассников и их родителей в первый раз в первый класс. Ее организует Республиканский центр социально-психологической помощи семье, детям и молодежи. На вопросы о том, что значит готовность к обучению в школе будущего первоклассника, как помочь ребенку адаптироваться к новой роли в социуме, о роли семьи в социализации и подготовке ребенка к обучению в школе ответят педагоги-психологи центра. Все желающие могут позвонить с 15 до 17 часов по телефону 273-09. Код города Уфы 347.